На сегодняшний день в Каспийске активно проходят работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Так, ведомства города проверяют готовность оборудования и производят обновление систем. Филиал «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения на протяжении нескольких дней также производит работу по замене труб водоснабжения для улучшения качества подачи воды к осенне-зимнему периоду. Сегодня аварийная служба выехала для обновления труб в районе Садовых товариществ. На данном объекте идет замена водопровода диаметром 530 миллиметров, протяженностью 450 метров от 13 линии «Авангард» до очистных сооружений, питающих центральную часть города. В городе уже произведена замена труб по следующим улицам: Гастелло, Буйнакского, Ермака, Фрунзе, Афгангородок, Мичурина, Тимирязева и Радищева. А также планируется колоссальный объем работы по центральным сетям. По улице Советской планируется, по улице Халилова планируют. Также заменены задвижки на очистных сооружениях в количестве 10 штук большого диаметра. Установлены новые насосы на водочных сооружениях. По словам главного инженера, планируется завершить работу в октябре текущего года.